меня не было времени прийти в себя, да и у детей тоже. И Пол должен был посидеть в тюрьме еще год. У Коди вроде бы все хорошо. Коди еще маленький. Для него папа — это концепция, а не живой человек. Но Астер... Она помнит, что он с нами сделал. Ну, по крайней мере, вы развелись. В том-то и дело. Формально мы еще женаты. Когда Пола посадили, я подала документы на развод, но он отказался их подписать. Как рычаг давления? Не думаю. Скорее, несмотря на все ужасное, что в нем есть, Полу нравится семья. Думаю, он просто боится остаться без нас. И когда ты это впервые заметила? Темную сторону человека, которого ты любишь. Я всегда знала, что она есть. Просто, видимо, думала, что не заслуживаю лучшего. Пока не встретила тебя. У меня есть свои темные стороны. Что, правда? Я почему-то сомневаюсь. У тебя доброе сердце, Декстер. Ты не такой, как Пол. Ты не причиняешь боль людям. Невинным людям. Я не причиняю боль невинным людям.